Привет, друзья! Сегодня у нас снова отстрел в тире леших вторых. У нас три штучки, все оборудованы загонными прицелами. И будем отстреливать пули барракуда двухграммовые на 50 метров. Два у нас на колбах 0.36 LCF и один на стандартном резике. На двух стоят прицелы Discovery, на одном, соответственно, Маркул. Все 1.6×24, все три прицела. Сейчас будем стрелять. Стрелять и еще раз стрелять. Проверим, магазин есть? Посмотрим, чего там настреляли. В барабане 8 пуль, то есть каждую группу мы делали по 4. То есть за один барабан мы тратим, получается, 2 мишени полноценные. На колбе у нас получается 4 барабана полноценных. Ой, извините, 6. На 0.36 6. А на резервуаре таким пулем получается только 2. А вот, соответственно, отстрелы. 4, 4. 4, 4. Вот. Такие вот группы, ну, стандартные, там в районе, там, соответственно, 3 сантиметров. Можно в сравнении с барабаном посмотреть. Это, наверное, самое лучшее в районе 2. Тут практически все пули, то есть 3 попали в одну, и один можно назвать отрывчик. Вот. Но стрельба интенсивная, быстрая. Поэтому сверх спортивных результатов, естественно, с таким коротеньким стволиком с лешим не добиться. Леший 2 в Охотника Нет всегда в наличии во всех калибрах. Ну, поскольку в барабане уже пули закончились, сейчас мы его заправим. Здесь есть вот такая магнитная пластиночка. Мы ее снимаем, она сделана для того, чтобы, соответственно, пули не выпадали. А, к слову, барракуда немецкая летит не хуже, чем GSB того же веса. Ну, я бы сказал, наверное, один из лучших валанчиков на тех скоростях, на которых мы обычно настраиваем винтовки. В калибре 6.35 на кучных скоростях на родном резервуаре получается 2 магазина на родном, на маленьком, и примерно 6 магазинов на колбе 0.36. А на 0.22, соответственно, 4 магазина. То есть они отличаются по емкости.
Это Ган Леший 2.